Ребята, Hyundai Elantra, 16-й год, июнь месяц, 1.6 двигатель, комплектация здесь максималка, напачкано все, бесключевой доступ, здесь старт-стоп, сейчас я вам скажу, оптика вся ксеноновая, все оригинал, она не битая вообще, то есть проверить можно все. 7500 долларов. Это цена в Корее. Плюс доставка и растаможка. Кожаный салон. Она в камеру не передается. Но салон очень чистый. Тут получается полный электропакет, мультируль, старт-стоп. Заведем машину. Ключи. Во. Установлен видеорегистратор хороший. Камера. Большой магнитол. Сиденье обогрев. Сиденье обогрев рулей. Видите, все эконом-класс. Вот пока эконом показывает. 72 тысячи пробег. Состояние. Хорошая машина. Руль вся не протертая, все чистенько, аккуратно. Что скажу? Для России это сам раз. Данная машина, если заинтересовала кому-то, то позвоните. Мой номер телефона +7 929 502 2941. Я сейчас в Корее. Без проблем. В течение месяца эту машину могу предоставить вам, могу привезти ее в Россию без проблем, растаможит все эти дела, могу сделать. Есть ребята, которые помогут организовать. В общем, пожалуйста, покупайте машину. Друзья, я посчитал, эта машина в России обойдется 1 100 000 рублей. Стоимость машины плюс доставка плюс растаможка и наша услуга. 1 100 000 рублей до России. Если вам нужна эта машина перевезти в Таджикистан, то она будет стоить 900 000 рублей до Таджикистана со всеми документами, растаможкой и все остальное. В общем, выбирайте сами. Мой номер телефона +7 929 502 2941. WhatsApp.